2011 году в компании FBS был проведен конкурс на реальных счетах FBS Green Drive. В течение полугода более 500 трейдеров со всего мира боролись за победу в конкурсе и главный приз – престижный автомобиль. 11 ноября счастливый обладатель главного приза был определен. Им стал трейдер из России Андрей Пак. И сегодня Андрей поделится с нами своими впечатлениями и секретами успеха в мире Форекс, а также уедет домой на новый Audi A4 от компании FBS. Добрый день, Андрей! Поздравляю вас! Вы стали победителем! Пойдемте, вы поделитесь с нами секретами своего успеха. Андрей, как и когда вы познакомились с рынком Форекс? Около 3 лет назад я начал заниматься Форексом. Работал в офисе. В свободное время все уделял Форексу. Когда стало получаться, не знаю, даже примерно год назад, тогда я бросил свою работу. И сейчас работаю на себя, очень доволен. Целиком и полностью отдаю свои силы и энергию Форексу. О чем и не жалею. Андрей, откроем небольшой секрет. За время проведения конкурса средняя доходность вашей торговли составила более 50% годовых. Отличный результат. Интересно, как же вам это удалось? А вы же потом опубликуете это интервью, поэтому я не буду раскрывать все свои тайны. Единственное, что могу вам сказать, что у каждого трейдера есть свои торговые системы, свои торговые роботы, позволяющие ему успешно торговать на рынке. И в принципе, я думаю, что при небольшой сноровке и упорстве каждый может придумать такого робота, написать и действовать успешно на рынке. Это был ваш первый опыт участия в конкурсах компании FBS. Расскажите, пожалуйста, каковы ваши впечатления? Вы знаете, как ни странно, опыт первый. Я сам даже не ожидал, что так получится. Я даже лотерейные билеты никогда не покупаю, потому что думаю, что это бессмысленно. Даже если мне бесплатно их дадут, я не возьму. Я не верю я в такие чудеса. А тут, вы знаете, как-то само собой получилось. То есть даже и делать-то ничего не пришлось, как работаю, работаю на Форексе, играю, играю. Впечатления? Да какие впечатления? Вы, в принципе, можете все сами увидеть. Я очень рад. Очень рад. Я просто жду, когда мы с вами выйдем, и я сяду в свой автомобиль. Буду играть дальше, потому что у меня жена без машины. Андрей, спасибо вам. Удачи. Продолжайте участвовать и выигрывать в конкурсах от компании FBS.